в музей, в многочисленные организации страны приходят письма с тревогой, с беспокойством за судьбу этого шедевра мировой живописи. Самое главное, картина, которой было нанесено серьезное повреждение, сохранилась. Вернее, сохранена благодаря мерам, оперативно принятым работниками музея. И вот сейчас сотрудники лаборатории реставрации станковой живописи работают над восстановлением поврежденных участков полотна. Работают осторожно, кропотливо, используя последние достижения химии, физики, современные научные методы анализа. Наши мастера-реставраторы делают все, что необходимо для восстановления картины. Ну, она была повреждена серной кислотой, поверхностный лак, поверхностные лессировки. Первый этап уже у нас прошел технической реставрации. Сейчас начинается следующий этап. Данае, одному из замечательных творений великого голландского мастера, в этом году исполняется 350 лет. В недалеком будущем полотно снова займет свое место в зале Эрмитажа.